Итак, сейчас нарисуем с вами вот такую птичку цветными карандашами. И как всегда, сначала мы делаем эскиз простым карандашом. Карандаш средней мягкости, может быть HB, может быть B. Я беру цанговый карандаш, вы можете обычный взять. Цанговый от того, что вот эта цанга называется, она как бы зажимает стержень 0,2. Извиняюсь, 2 мм, не 0,2, 2 мм. И вот как мы с вами рисуем. Сначала общие формы, да? Ну, немножко меньше. Вот яйцо. Яйцо наше. Форма яйца. Форма яйца. Да, не сильно хочу нажимать, может быть, на камеру немножко не видно, не обижайтесь. Вот яйцо, видите? Вот здесь должна быть голова, она по высоте где-то 1/3 или 1/2, то есть если на 2 делим, то вот такая высота, например, вот так. И вот отсюда мы идем, как бы продолжаем линию. Продолжаем. Здесь мы кривую вот так вовнутрь переваем, даже может быть вот так немножко, вот так такая голова, клювик. Мы продолжаем вот эту кривую, так как бы продолжаем, не знаю, может быть вот так. Видите, вот так продолжаем. Длина клювика, вот она, да? И идем, значит, верхняя часть. Ну, можно сразу вот он. Клювик. Глаз у нас примерно вот здесь. Глазик. Чуть-чуть утолщаю. Птичечку чуть-чуть утолщаю. Она такая небольшого размера. Птичечка. Вот, тут у нас хвостик. Хвостик. Маленький такой хвостичек. Вот крылышко. Вот оно, крылышко. Такое миленькое. И вот оно. Так как бы угибает. Так, теперь. И как бы скользим по объему. Скользим. И вот здесь у нас окрасочка такая. И направление глазика. Вот. Вот это стираю. Так, и теперь, еще вот с этой стороны немножко так крылышко видно. Вот, то есть вот выступает. Теперь где-то вот, если так по центру разделить, ну, хотя, видимо, это яйцо не вот так нарисовано, немножко изогнуто. То есть, ну, примерно вот здесь лапочка, вот. Вот тут перышки такие немножко будут. Вторая лапулька. Вот где-то здесь. Вот. Вот. И теперь вырисовываем эти пальчики.
ввести и здесь. Так, и это растение. Веточка или что это такое? Может быть какая-то. Ну да, веточка, наверное. И вот четвертый пальчик. Вот он. То есть вот эти три сверху. Сверху на этой веточке, а вот этот снизу. И вокруг глазика введем, вокруг глазика, так, и вот так разделим глазик легко-легко. Вот у нас линейный рисунок получился. Вот, и сейчас мы будем уже прорабатывать наш рисунок цветами, да? Так, немножко можно где-то будут корректировать. Там, где у нас темные оттенки будут, можно оставлять жирные такие линии. Там, где у нас более светлые оттенки, вот так тыканием можно. Тыканием можно как бы осветлить, высветлить, да, тон этой линии, которую хотим высветлить. Вот, итак, карандаши. Мы будем использовать бюджетные карандаши, то есть не Faber-Castell, профессиональные, художественные. Хотя у меня есть вот такие, сейчас покажу. Они не профессиональные, тоже, в принципе, как бы упаковочка заявляет, что это Faber-Castell. Вот, но почему-то производство Made in Brazil. Бразил. Короче, Бразилия, да? Не знаю, есть ли у фирмы Faber-Castell. Ну и вот такой набор карандашей. Я скажу, неплохой набор, да? То есть есть у нас два синих, два зеленых, два красных. Оранжевый, розовый, вот коричневые. Ну и это коричневый, да. Вот. Вот, да. Ну это скорее какая-то охра. Но я хотел бы, я откопал старые, очень старые карандаши, которыми я еще в школе пользовался. Вот смотрите. Советских времен. И карандаши, да, искусство назывались. Может быть, они тоже профессиональные на то время. Вот, видите, даже они тоже имеют номера 76, 72. Так, вот, так, ну, не с той стороны заточен. Вот такие у нас карандаши. Так, еще хочу показать. Так, черный 76, да? Нет, тут тоже 76. Не может быть. Ну, не знаю. 72. Чей-то год, может быть. А, это может быть год, наверное, 76-й. Год выпуска, что ли? Наверное, ну не знаю. Может быть, это год выпуска. Написано 76. Вот здесь 83. А, это какой-то самоцвет. Самоцвет. Вот, я хочу попытаться этими карандашами. Этими карандашами хочу попытаться. Так, тоже 76. Короче, это не номер, это, наверное, год. Потому что, ну, 76-й год карандаши могут быть, да. Я 71-го года рождения. Купили карандаши мне 76-го. Вот, в 7 лет я пошел
в школу. Ладно, хорошо. Нужно подобрать синий цвет. Вот у нас таких три в наборе. Ну, скажем, не в наборе, а то, что у меня осталось. Не знаю, сколько их там было. Какой-то вклею уже. Короче, вот этих два я буду использовать. Вот, сначала я беру и вот переднюю часть, ну, грудь. Вот так, таким образом я тушую. У нас вот с этой стороны будет тень, больше в тени, здесь будет блеск такой, как бы, ну, не знаю, как он у нас там получится или не получится. Таким светлым тоном я хочу, сначала светлым. Вот, бюджетные карандаши, да, бюджетные карандаши. Ну, вот здесь можно сразу темным, потому что тень все-таки. Я здесь более темный взял тон, вот этот, он как бы должен быть синим. И здесь я довольно сильно так прижимаю. Хотя на камере оно не так. Может быть... чуть-чуть черненького, серенького, ну то есть не сильно давлю, так попытаюсь, чтобы темнее было, да, ну немножко темнее получается. Так, и вот здесь тоже такое теневое пятно возле глаза, теневое пятно. Так, немножко черненьким, так легко. Ну и так, в зависимости от того, как карандаш себя ведет, степень нажатия. Так, ну Тем же пытаюсь еще один слой вот в этой области. Тем же. Хочу сейчас сделать эксперимент. Ну, еще раз светлым голубым вот с этой стороны. Я хочу попробовать этот белый, который есть в наборе. Вот белый. Что он будет сейчас делать, этот белый? Может быть, немножко так растушую. Вот, да, в принципе, получается растушевать. Растушевать. Там, где темно, я не растушевываю. Вот остальную часть растушевываю. Ну, неплохо. Кажется, что растушевка действует. Теперь я хочу передать фактуру оперения. Тот темный синий я беру и вот делаю как бы вот такие вот формочки, вырисовываю, передавая тем самым фактуру перьев, да? Ну, что хочу сказать, что, конечно же, эти карандаши — это не Faber Castell. Ну, сейчас попробую эти Faber Castell бюджетные. Попробую, чтобы сразу по ощущениям. По ощущениям. Тут у нас тоже два синих. Два голубой и синий. Так, по растушеванному, ну так... не очень хочет рисовать. Бумага у меня плотненькая, это не ватман. Она плотненькая и немножко такое фактурное, шершавое. Вот, немножко шершавенькая такая. Ну, в принципе, по ощущениях, если сравнить, то все-таки вот
Советские немножко лучше, чуть-чуть так. Ну, если говорить об этом вот конкретном карандаше синим, то чуть-чуть вот так подтушевываю, чтобы синее было, но чтобы тень больше. Вот здесь снизу тоже вот так тень. Так, хочу сразу глаз нарисовать. Глаз будем рисовать голубеньким. Вот сначала. Вот смотрите, вот здесь линия посередине глаза, посередине. Я как бы сильнее прижал, вот сильнее посередине глаза. Вот. Так, как-то зигзаг такой. А снизу затушевал более светлым тоном. Фу. Теперь беру черный и пробую черным тоже так же. Вот сверху. Сильнее. И тут подтушевываю. Но как бы оставляю чуть-чуть как бы не до конца. Не просто залил черным, а некий так просвечивается, да? Дальше. Чуть-чуть сверху так голубеньким, чуть-чуть и блик оставляю, так, и черненьким аккуратненько вот делаю вот таким образом окантовочку глаза. Также и голубеньким. Это окантовочка. Так, и по этому черному тоже. Чтобы она не черная была, а такое темно-темно-синее. Вот, и теперь у нас глаз такой довольно-таки красивый получился. Тут у нас свет падает, поэтому светло-светло-голубой. Так, теперь у нас клювик. Клювика, он тоже в таких синих, в синем тоне. Ну, верх светлый нужно делать. Вот низ сначала таким синим. Средняя степень нажатия, да? И потом черненьким. Потому что здесь тень все-таки. Но не должен быть просто черный. А все-таки как бы синевой отдавать. Синевой, поэтому смешиваем черные. Так, светло-светло-голубенький, который. А, ну это у нас есть светло в этом наборе. Легко-легко так. Сверху легко-легко. Вот так легко-легко. Да? И можно белым так еще растушевать, да, чтобы такой вот он, видите, какой есть. Более такой размытый, гладкий.
теперь синий у нас. Синий, синий, синий. И вот здесь мы еще так выделяем. Вот. Так, тут у нас вот так. Если бумага слишком тонкая, то так несколько слоев не получится. Поэтому выбирайте толстую бумагу, плотную. Вот здесь я теней добавил. Потому как не позволяет нам этот синий более темным сделать. Поэтому я черный здесь немножко использую. Черный. Но это не должен быть просто черным по белому. Он все-таки должен смешиваться немножко с синим. И вот даже после этого мы можем еще сверху синим. Но опять же бумага должна позволять, потому что если тонкая, то будет уже не будет такого эффекта. Так, вот наша птичка. Хорошо. Дальше идем. Ну, поскольку у нас черный сейчас в руке, поэтому можем черненьким. Вот я оставляю блики. Блики, да? Блики у нас могут быть тоже голубенькие, так в голубеньком тоне. Ну вот так мы в школе рисовали школьные карандаши советских времен. Так, здесь тоже. Беленьким еще так растушевать вот это голубенький. Так, черненьким еще подведу. Так, теперь желтенький у нас. Немножко тут чего-то. Так, вот и животик. У нас желтенький. Сейчас желтенький посмотрю, какой у нас есть. Так, ну тут у нас есть у нас и лимонный, есть, и желтый есть, и даже охра. То есть вот лимонным мы можем вот где у нас больше света. Так, тут тоже какой-то желтенький, да? Вот где у нас больше света лимонным. Вот он, где у нас дальше желтым, вот видите, тон по идее становится более такой темным. Вот, и здесь я сильнее почему-то, да, давил интуитивно, потому что здесь я еще буду добавлять вот охру. Здесь у нас темный тон, темно здесь у нас, но по тону так подходит, когда желтый он в тени, то он вот такого цвета.
у вас цвета становится. Так. Ну вот, наверное, достаточно, да? Тут можно такие штришки поделать, как бы фактура оперения. Так, немножко. И вот здесь перышко, вот здесь тень от перышка. Тут чуть-чуть вот. Охра и желтый, лимонный. Так. Ну вот, теперь у нас вот верх, да? Крылышко и верх, в принципе, в одинаковых тонах, но там коричнево-зеленый какой-то должен быть. Вот я нашел такой коричневый, коричнево-зеленый, действительно так. Вот сейчас я так постепенно буду его вводить. То есть, что я имею в виду? То есть не сильно нажимая, я как бы его на бумаге пробую. И вот такими, ну как бы, сказать, вот такими пятнами, да, я делаю, как бы хочу передавать фактуру оперения, что ли, такими вот пятнами. И вот здесь переход на голубой, не сильно давлю, здесь сверху вообще будет такой более светлый тон, а снизу вот вниз идем, и здесь уже практически черный, такой темный, но там даже черный можно будет взять. Вот, а здесь еще хочу желтый. Вот и желтый по этому оперению. И вообще вот желтый. Желтый использую. И не особенно вот здесь. И здесь. И здесь хочу такой немножко зеленоватый даже сверху чуть-чуть. Так, и усиливаю тон. И где у меня желтые вот пятна остаются, я все же вот этим, но не так сильно давлю. Как бы сверху заливочку делаю. Вот здесь свет должен быть, здесь в тени. В принципе, вот просто затушевал, потом можно желтым. Попробую даже, ну, черным не хочу. Вот нашел какой-то такой, он напоминает индиго. Ничего себе, даже индиго был в те времена. Вот этим индиго, он не черный. Ну, можно черным. Вот здесь практически тоже. Thank you.
видите, как бы, типа оперение, да? Тоже таким вот чешуйками, как бы, ну, вот такими, как... Ну, это перышки, да? Так, ну и где у нас черный? Черным по самому краю можно тоже. Так, усиливаем тон. И более такую в таком, ну, как бы, чем больше тонов, тем оно объемнее и контрастнее выглядит. Потому что если боимся мы темных тонов, то оно будет у нас бледный, рисунок будет бледный. И желтый сверху, чтобы вот здесь не черный такой был, да, желтый, когда сверху, оно темное, темный тон, но все же понимаем, что здесь как бы не черный, а коричневатые оттенки. Так, и еще где наша охра? Вот здесь хочу под крылышком, а уже охра не поможет. Фу. Тень, а тогда коричневеньким. Вот здесь так. Под крылышком тень. Как вот здесь. Вот она. Фу. Вот я как бы толщину крыла показал, да? И вот здесь. Фу. Немножко черненьким так сверху легко. Вот. Так, и хвостик здесь таких светло-лимонных. Светло-лимонных, даже какие-то зеленоватые там оттенки есть. Если зеленоватый, значит желтый с синеньким можем. Вот так легко перемешать. Ну, действительно, у этой птички почему-то так снизу там очень и очень светлый хвостик. Вот такие оперения сделаем. Вот переход. Вот. А еще вот здесь перышко, то есть не перышко, а вот здесь темные. Второе крыло так вот выступает. Так, взял вот этим черным, коричнево-зеленым индиго. Индиго этот, да? Да, индиго. Я так сбоку пробую на отдельном листике бумаги. Вот такой совет, лайфхак, как бы. То есть вы рисуете вот здесь, да? Но когда берете карандаш, берете листочек бумаги и пробуете, как он рисует, да? Если хотите смешивать, тоже посмотрите. Вот взяли один карандаш, потом взяли второй карандаш, смешали и посмотрели, что будет выходить у вас, да, чтобы не так, не сразу здесь. Можете пробовать отдельно, на отдельном листе. Вот, листочки. Так, и хочу сейчас зеленый. Так, зеленый у меня какой-то вот такой есть. Ну, в принципе, нормально. Так, свет у нас откуда? Свет у нас как бы сверху падает все-таки, да? Сверху свет. Ну, вот тем же. Зелененьким он такой салатовенький как бы. Вот он салатовенький. Ну, может быть, охру возьму. Так немножко. Типа объем какой-то, да, покажу. Так. Вот эта часть в тени. Нижняя, да?
Но все же смотрите по тону. У меня как бы посередине, вот видите, вот здесь идет самый темный, ну, темнее тон. И по краю. Вот. Посерединке между ними как бы более светлый тон. Вот, вот этот охру я использую. Не просто залил одинаковым тоном вот эту область полностью, да? А как бы делаю переход от цвета к тени. Вот, сейчас покажу на примере. Так, карандаш простой. Где? Вот, что я имею в виду. Если так в монохроме, то вот у меня идет эта веточка. И вот. Вот здесь и здесь оно в одном тоне, а посерединке. Посерединке оно светлее тон серый. Вот сверху еще светлее. Еще светлее, чем вот этот. То есть свет падает вот он отсюда. И вот получается так, такой объем в объеме. Ну, цилиндрообразный наша веточка. Ну, понятно, она не такая идеальная должна быть, как я нарисовал. Это скорее на трубу какую-то металлическую. Похоже, да? Вот. Может быть, какой-то зеленый еще. Вот какой-то зеленый. Не знаю, сейчас попробую. Ну вот, вот. Зеленоватое, вот такое вот. Чуть-чуть можно добавить. Может быть, здесь где-то. Оттенки такие. Это уже травинка такая получается. Ну, растенница не. Не веточка, а. Хотя и зеленоватые веточки есть. Цветах. Ну, в принципе, нормально, да, по цветам мне нравится, да. То есть не бледный рисунок получился, и видим, что такими вот, скажем, как я говорил, бюджетными, да, бюджетными карандашиками. Темно-синим сейчас вот так делаю, так переход вот этот вот синего к этому. Бюджетными карандашами тоже можно рисовать. Не знаю. Ставьте лайки, если у вас есть еще такие карандаши. Может быть, у кого. Может быть, вы и не видели никогда таких карандашей. Советских, да, еще. Да, по-моему, СССР написано. Или нет? Нет. Значит, я ошибся. Искусство. И все, да? Искусство. Так, и может быть индиго, да? Индиго — это у нас падающая тень. Вот птички. Затемнили. Ну, уже, короче, когда много слоев, ну, так, несколько, то уже тяжело новые наносить. Ну, уже так не получается. Контрастней.
аптечка, да? Бюджетными карандашиками. Вот. Хорошо, пишите комментарии, делитесь своими мыслями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот. И рисуйте, получайте удовольствие. Всем пока, с вами был Синчуков Юрий.